Последний звонок, так же как и первый, является важным событием в жизни каждого человека. Сегодня более 650 тысяч выпускников по всей стране прощаются со школой. Не исключением стали и 11-классники из 10-й школы городского округа Щелково. Молодые, красивые, амбициозные. Сегодня они покидают свои родные школьные стены. Как прошли для них эти 11 лет, знают только они сами. Школьный пора – то время, которое остается в памяти на всю жизнь. Первый учитель, первая двойка, первая влюбленность. Нелегко прощаться, но впереди ждет новая, уже совсем взрослая жизнь. У меня очень смешанные чувства, потому что одновременно и радостно, и грустно, потому что столько друзей, столько знакомых, и очень страшно со всеми расставаться, страшно новые знакомства. Перемен очень боимся, конечно, но верим, что со всеми справимся, со всеми испытаниями, экзаменами, поступлением. У меня ни капли грусти нет, потому что это не конец, это только начало, начало чего-то нового. И сейчас, наверное, главное сказать хорошую речь и сдать успешный экзамен. Это все. Буквально осенью вы уже вступите совершенно в другой этап. Вы уже будете взрослыми студентами. Может быть, кто-то пойдет работать. И это будет уже другая жизнь. Но школа, она всегда останется в вашем сердце. Приходите в вашу школу. Поздравили выпускников и первоклассники, у которых школьная пора еще только началась. Чтобы вы светло вздыхали по былым своим годам. Чтобы нас не забывали, приходили в гости к нам. До свидания, в добрый час. Любим, ждем и верим в вас. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».